Всем доброе утро. Я тебе готовлю завтрак. Ну, не себе, нам. Машинку тут надо пихать. Вот это тоже. А на завтрак у меня сегодня. Та-дам, яйца с шпинатом. Надо их уже перевернуть. В общем, перевернула. Сверху сырочек посыпала. Сейчас буду делать кофе. Кофейный напиток. Муж будет просто тосты. Тоже кофе. Такие вот у нас завтраки. Потом мы едем на блошиный рынок, да? Так его назвать, где продаются всякие штуки со вторых рук. В общем, все увидите. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Да, как-то так. Что я делаю? Я с просонья еще вообще не понимаю, что делать нужно. Что мне делать, я не знаю. Полюбила и страдаю, нету мне внимания. Так, это сюда. Может, тоже кофе долбануть? Да. И вот так вот у нас утро. Время уже 10, представляете? Я вчера жалюзи закрыла. Конечно, Чарли меня будил, наверное, с 8:30, но я делала вид, что я нифига не просыпаюсь. Бедный. Ладно, мы завтракаем и едем. Bird on a tree, I'm just sitting here. Мы в Нерхе, там вот этот рынок блошиный. Чарли, бен ты по раки? Специально пришла, чтобы он дела свои сделал. Парковки вообще нету, смотрите, все занято. Стояли, ждали. Вот. В общем, Чарли, бен аки, аки, Чарли. Вот я его сюда привела, нет, он на дорогу рвется. Чарли, бен аки. В общем, потом поедем за сестрами. Они сегодня уже прилетают опять в аэропорт, представляете? Встретим их, будем целый месяц ездить в аэропорт. Каждые выходные я что делать? Вот, но уже более с таким настроением, что скоро я тоже полечу. Класс, на улице очень тепло. Я вот в одном свитере, но я, конечно, надела жилеточку, потому что... Чарли, бен аки, бен аки! Нет, просто так его рвется на дорогу. Специально на это пришла. Сейчас тут погуляем, времени у нас еще предостаточно. Тут, походу, такой муравейник внизу, смотрите. Тут прям жизнь кипит. И такой длинный, большой. Все, я его привязала, чтобы он не рвался на дорогу. Идем смотреть, что там есть.
закончил убирать. Я только это достала. Он закончил играть. Не успела. Шубку, что ли, приобрести в Россию, как вы думаете? А? И норковые, какие только не хотите. Как вы думаете? Шутка, нафиг мне она нужна. Закончили гулять, купила Чарли вот такую корову, чтобы он ее порвал на куски. У нас похолодало, ветер, и пасмурно стало. И прям ветер такой ледяной, скажем так. Такой вот ширпотреб весь продают. Что-то не хочет он туда лезть. Чарли со своей новой игрушкой. Ингаман, вперед, кухарю. Вперед. Нет, машин нету. Коха хугеты? Берете? Мой тико. Коха, коха хугеты. Мама. Мама, коха хугеты. Мига, мама. Мы уже в аэропорту, вот там он находится. А мы сейчас пойдем, пока еще нам никто не позвонили, чтобы не платить деньги за стоянку. Пойдем кофе выпьем. И мы лучше эти деньги тратим на Кибасера. Вон самолеты летят. И поезда, поезда тут ездят. Мы вот здесь решили по пиву выпить. Здесь уже тапы вот по рубль 70, ну евро 70 платные. Ну не такие уж и большие, но и там мало. Там, да? Поэтому. Тут в таком месте находимся, где паркуют машины улетающие. Видите, море машин. Это вот кто улетел там куда-то, оставил здесь свою машину. От 3 евро стоит день, чтобы вот так здесь все, как говорится, это под камерами, все, в общем, безопасно, скажем так. Чарли тут. И вот тут, вот где мы были в этом кафетерии, это кафе, бар, ресторан. Там, короче, есть шведский стол, 10 евро стоит. Мы сейчас узнали. И может мы сюда с сестрами приедем сейчас поесть, потому что, чтобы время уже позднее, 3. А вы знаете, что в Испании до 4 едят, потом уже все, кухня закрыта. И там хорошая кухня, вот мы съели паэлью, потом там разные. Чарли, бен. К мужу рвется. В общем, не знаю, может быть, сюда и приедем. Еще смотрите, кто-то оставил шмотки. Это, наверное, с этого яйца. Кстати, срок годности нормальный. Представляете, так вот. И это тоже срок годности нормальный. У кого-то, может быть, в машине было. В общем, так вот. Мы приехали к друзьям. У них тут... Ой. Господи, это что такое? Осёк, твою мать. Чуть не обострялась. Смотрите. Вот. А там машин очень много, пришлось свою припарковать здесь. Ух, нифига себе, там какой камень. Вот. И Чарли что, прогулялся? Ну, мы сейчас быстренько домой поедем. Смотрите, какая Сьерра-Невада снежная. Детские праздники я не люблю. Там столько народа, все тусятся. Там батут надули детям. Детей снимать нельзя, поэтому... Я никак без камеры. Я просто никогда вот в этой стране не была. Посмотреть, что тут. Ветер холодный вообще. Вот в этом доме праздник, день рождения ребенка. Поэтому девчачья... Бен-бен-беняк, я ино. Там собаки большие. Наконец-то мы домой приехали. Я так устала. 10 утра где-то брызгать и ходить. Брызгать. Шататься. Господи, а ты куда? Сюда нельзя. Что хочу домой просто лечь и попить чайку с пледиком. С пледиком. В общем, уже язык заплетается. Здесь у нас, кстати, тепло, хорошо. Фиг поймешь. Чуть повыше поднимешься туда от моря.
там уже прохладнее. В общем, нагулялись сегодня, пипец. У меня сегодня макияжа нет, я только тоналочкой намазалась немножечко. Вот. Сейчас ее смою мицелляркой. И пойду большого брата смотреть. Завтра у меня по планам пойду подарки покупать. Такие вкусняшные, съедобные, скажем так, подарки. Потому что осталось всего лишь совсем ничего. Ой, я без списка, без всего. Что понравится, то и буду брать. Хотя нет, у меня есть в голове, что можно вести. Сегодня сестре сказала, чтобы она мне приготовила черемое. У них они собирают их и сдают. У них, как это, сады черемое, и они их на продажу выращивают, скажем так. И этот год очень плохой выдался, потому что, говорит, то тепло, то холодно, то дождь, то ветер. С ветром очень много черемой попадало. В общем, и дешевые, странно, да? Дешевые черемое. Вот, ну я ей сказала, чтобы она мне хорошеньких повыбирала. И на этой неделе я уже их заберу. Ну, ближе к концу. Так что вот так. Я говорю, из-за тебя я вот так вот поеду. Так что готовь мне черемое. Они все уставшие. Вчера у ее дочки было день рождения. И они там куда-то на дискотеку ходили, отмечали, в общем. И все никакущие приехали. Вот так вот гулять-то. Так что вот такие вот у меня планы на завтра. Еще надо в банк с утра сходить быстренько. В общем, будьте на связи. Мицеллярная вода обычная. Я вообще не гонюсь за марками. Мне кажется, все вот эти косметика, которая вот марочная, да, там больше платишь за название, да, за бренд, скажем так. Почему-то мне так кажется. Поэтому переплачивать как-то не хочется, да? Мицеллярная вода, она и в Африке мицеллярная вода. Хоть за 3 евро, хоть за 33. Если кто-то считает по-другому, то это их право. Ну все, я чистая. Я всегда все равно смываю мицеллярную воду обычной водой. Так мне больше нравится. И будем уже крема наносить. Так что всего вам самого наилучшего. У меня такая сонная голова. А еще я уже на сумбу на завтра записалась. Так что завтра мы будем плясать. Ну и на тренажерах позанимаюсь. В общем, обычная неделя. Всего самого наилучшего. Всем пока.